Ну что у нас на кухне Маркуша? Хочет блюдо красивое сделать. Он уже как-то делал, да? Угощал нас. Подробно вот так, ножичком. Так, все, на досточку надо положить. Это наш лаваш любимый. Не выкидывай лаваш. Все, готово, да, у тебя? Угу. Теперь только фарш, лук, да? Угу. Все. Немного фарша не нужно. Не нужно? Ну, сколько будет, а потом это... А сколько надо тебе фарша? Половинку? Ну, примерно, да. Думаю, что да. А сколько у тебя там листов? 6. 6? Что, каждому по одному? Наешься разве одним? Ну, мы тоже хотим... один. Мы тоже хотим попробовать. У нас пятеро. Папа 6? Не будет. Не будет? Mm-hmm. Ну, папа одним не наешься. Стопудово. Сколько надо фарша? Ты же хочешь полностью все 6 разложить мясом. Ну, тогда делай больше. Этот-то еще лаваш у нас есть. Еще один. Посолить, поперчить мне можно, да? Ну-ка, открой крышку. Вывалит так. Да, я это. Ага. Я все пустой. Закрой, поставь, она блинка стекет потом. Добавляй, добавляй. Нет.
соус. Решили добавить еще маленько майонезика. Что-то на чам-чам попробовали. Не очень вкусненько, да? Ну, потому что все кетчупы острые и все шарфы, да, мы добавили. Тот же тоже был шарф, который пустой. Ну-ка. Ну, вот сейчас, по-моему, другой. А то была прямо одна эта херня. Да? Ну. Сейчас по-другому, да, запашок идет. Так, вилку убираем, она тебе не нужна? Кетчуп, если надо будет, добавим еще до отсюда. Фаршик готов. Так, что у нас? Эти, да? Пошли. Сколько тут их? 8. Пока? А, 8 ты сделал? Ой. 8. Хорошо. Разогревает сковородку. Много не лей. Вон там возьми эту. Вот эту лучше вам. Щеточку. Кисточку. Кисточку. Хорошо, хорошо ее размажь, чтобы тоненький слой был. Маркушка и Артемка у нас научились очень вкусненько готовить. По-современному. Так. Угу. Что нам надо теперь? Фарш. Фарш. А не обмазывать сначала? Тортов. А, так обмазывай сначала. Не, это потом. Это когда потом? Все поджарится, да. Да. Угу. Ну давай, ладно. Рассказывай нам все. Весь блин надо заполонить или половинку? Весь блин. А краюшки оставляем? Чуть-чуть. Краюшки оставляем. Ну, мы несколько штучек покажем, штучки две, а потом уже что показывать, когда все одно и то же, да? Это ты в интернете высмотрел? Угу. Давно уже. Давно уже. Он как-то делал. До того вкусненько так получилось, а так они у нас ушли. Но их надо горячими доить. Пока да, фарш да, горячий, да. Пока все горячее. Все. Все, так. Потом берем и ложим прямо фаршем, да? Да. Угу. Хорошо. Так, а что нам нужно? Еще один подносик, на который уже будем горячие ложить. Да. Можно уже следующий давать. Да, можно уже следующий накладывать. Так, а куда мы будем ставить? Какая должна быть дольбочка? Черепушечка такая должна быть. Такая маленько длинненькая, чтобы они стояли. А не я. Это было же. Ага, ну ладно. Вот так у нас все жарится. На что ты на пятерку поставил? Четверку. Смотри. Здесь мы с ним уже приготовили. Сырок, да, нужен тоже. Сырок ты прямо сейчас будешь ложить? Да. Угу. О, какая красота. Сырок. Дальше что? Сыр. Сырок, да? Угу.
И сюда же можно и зелень положить, все. Ага, чтобы сырок растаял, да? Угу. Так, зелень не режем? Чё? Режем зелень? Да. Так, зубочистки приготовь. Огурец можно было посолить, наверное. Да, я не надо. Надо? Так, что еще? Вот как эта еда называется? Как она называется? Такос, по-моему. Такос. Такос? Угу. Вот такие пироги, друзья мои. Вот такой у нас такос. Красавчик. Вот так. Один такос готов. Здесь все подотрем, чтобы чистенько было. Под другой такос. Соусиком, да? Угу. Где-то такую бы купить соусницу, да, наполнить ее раз, как этот, как шприц так, чик, угу. Ливанул и все. Нет, ложки, вилки, поварешки и все на свете. Ну вот такой еще один у нас красавчик появился. Угу. Хватит масла, думаю, что... Хватит. А, какая красота. Так, крышечкой закрываем, да? Угу. И идем мы дальше. Маркушка хочет еще один соус сделать. Надо было 4 таких, хватит на 4 соуса там. Да. 4 одного, 4 другого. Соленый огурец добавляет. Майонезик и кетчуп. Какой уже есть. Выбор небольшой. Карри ты не хочешь, да? Нет. Острый. Ложечку маленькую. Бульончика огуречного, рассольчика. Пожиже будет. Потекет, наверное. Дай его чуть-чуть только. Да? Угу. Пойдет. Пойдет? Угу. Угу. Третий пошел. Бы желательно прямо сразу и есть бы, да? Угу. А не стоять вот так выжидать. Они сейчас лаваши весь соус впитают и весь сок, да? Что они сочные такие. Да-да. Надо будить. Я теперь поняла, могу доделать, а вы можете 4 штучки эти есть. Смотрите, как хотите.
Поняла. Красота, поняла. Отправила ребятишек есть. Пока они горячие. Маркушка меня теперь научил. Я теперь ученая. И буду делать сама. Так. Руки помыла. И это самое главное, чтобы не так толстая была. Должна тоненькая. Тоненькая, да, быть. Хорошо. Это самое главное, потому что потом мясо не прожарится. Угу. Она же только жарится на этой стороне чуть-чуть. Угу. Берем, помнем. Это самое главное. Хорошо. Максим, ты сказал? Да. Ну что, попробовали? Очень. Чего не хватает? Вкусно? Ага. Соли не надо в эти зелень? Нет. Одному папе тоже. Папа хочет попробовать? Ага. Вот видишь. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Ну все. Папе. Угу. Бумажку, может, ему надо. Решили еще подрезать немножко этих лавашей, потому что захотели все и сразу. Вкусненький запах унюхали, все из нор повылезли. Да, Макуш? Ага. Что сильно вкусненько пахнет. И заказ попер. Подрезаем еще. Короче, у нас 8 и 8, 16 лавашей, да? Угу. Ну вот, и мать уже подучилась, она Леха, красавчиков делать. Я себе последний делаю. Все, что есть. Все наверх уже ложу. Ничего уже не закрываю, чтобы пропарилось, прожарилось, как дети любят. Все. Все у меня уже тут последнее. Прямо так сверху и накладываю, пока жарится. Лавашек еще с другой стороны. Ничего не пропало. О, какая красота. На место. Вот так типа накладывается, все подкладывается. Еще остался у меня вот 40. Я его еще сверху.
Одни тарелки пустые. В мойку пойдут. Так. Ой, смотрите, какая жижечка. Вы видите? Такая красивая-красивая жижечка. Ой, какой горячий. Как же мне его теперь унести? Тоже надо соусом полить. Я его сейчас себе на тарелку. Большой сильно. Жирненький больно получился. Последыш наш. Все. Все отключили уже. Все сделали. И польем сейчас соусом сверху. Хотя жижечки там достаточно, предостаточно. Вот такой у меня. Забыла уже, как называется. Да мне даже и не надо палочки, потому что я его тут сразу и съем. 8 штук стряпали и 8 штук. И вот 5 осталось. Мой последыш, самый толстый. Все, ребята, пошла кушать. Уж сильно больно вкусно выглядит. Ой. Ну все, я подъела. Как получилось вкусненько. Как получилось классненько. Один вот еще остался, стоит. Сейчас выберусь на кухне. Рекомендую. Вот так у меня средний сын Марк. Тоже умеет готовить. Тоже у меня палочка-выручалочка. Макароны какие вкусные готовит. Пальчики оближешь. Все, мои хорошие. Всем пока-пока. Вот такое короткое видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Еще много чего интересного увидите, ведь впереди у нас с вами вся жизнь.